Всем привет, дорогие друзья! С вами Народный Сомелье, и я рад вас приветствовать в нашем клубе путешествий в страну элитных напитков. Как всегда, я предлагаю вам повысить градус, и сегодня у нас замечательный гость из Мордовии. Водка Деревенька. Сомелье устал маленько, значит, будет деревенька. Дорогие друзья, Республика Мордова, город Саранск, солодовая водка Деревенька. Появилась она у нас относительно недавно, может быть, с год, скажем так. Купил ее очень давно, но может быть даже в том году в Green. Магазин есть такой Green. Понравилось, что деревенька. Во-первых, красивая бутылочка, такая новогодняя. Очень такая новогодняя, с какими-то павлинами, то ли гусями, то ли что это такое. Состав, дорогие друзья, вода питьевая исправленная, спирт этиловый ректифицированный альфа из пищевого сырья солодовый, сахарный сироп, настой спиртованного солода ржаного, морс спиртованной клюквы или концентрированный клюквенный сок. Надо открывать, пробовать. Что-то будет очень интересно. Откроем, дорогие друзья, эту замечательную бутылку. Прекрасный вот язычочек. Очень. Слушайте, идет хорошо так. Открывается прекрасно. Прям даже. На солодовом спирте деревенька. Открываем. Оригинально. Оригинально. Вот про это не под... А просто наливаю, это, насколько понимаю. Да. И просто наливаю. Ну что ж, Саранск. Очень много слышал про прекрасный завод Саранске. Самый такой знаменитый, который я бы хотел попробовать на самом деле, это «Чистые росы». Это, говорят, что-то с чем-то, очень какое-то бомбезное. Если что-то, пишите, пожалуйста, в комментарии, что почем у вас. Это, скорее всего, в России. У нас, я удивлен, что у нас вообще деревенька пришла к нам. И пришла только в Грин. Нету нигде. Вот сколько мы обошли, вот год стояла. Не, правда, еще вторую вот недавно купил. В том году она стоила дороже, чем в этом. Сейчас она стоит порядка 17 с копейками, 18 рублей белорусских. В том году она, по-моему, стоила, если я не ошибаюсь, в районе 20-22 рублей. Ну, не суть. Цена хорошая. За, ну, во-первых, не стыдную бутылочку. Ну, теперь попробуем, что тут на самом деле. Поехали, дорогие друзья. Солодовым спросил. Слушайте, прикольно. Вообще не отжигает. Взял какое-то минимальное сальце. Это можно прикусить, но не обжигает. Выпилось мякинг. Очень-очень. Вы знаете, по ощущениям, по вот питабельности, да, мне почему-то чем-то вот напомнило нашего Всеслава Чародея. Вот чем-то. Ну, продолжим. Первая зашла огонь. Наливаем по второй. Дорогие друзья, что-то мне понравилось сегодня вот этими двустручками, с двумя стручками валить. Слушайте, нету. Ну, даже, я бы сказал, что даже не обжигает. На солодовом спирте только натуральные ингредиенты. У нас появляется какой-то зимний фаворит. На носу Новый год. Сегодня, дай бог, какой сегодня, 12 число, 12 декабря. В Минске заснежено. Каша сумасшедшая. Вот прийти согреться таким вот прекрасным чудом. Я думаю, что сейчас мы определим, что мы, наверное, возьмем это даже и на Новый год. Поехали за вас. Поставьте лайк. Подпишитесь на канал.
Прожмите колокольчик, чтобы ничего не пропустить. За вас, дорогие друзья. Ну, неплохо. Прикушу, но вообще неплохо. Ровно по сальцам. Дорогие друзья, за такие деньги, честно говоря, я не знаю, пьется вообще шикарно. Просто шикардос, я не знаю. Ну, не будем долго сидеть. Между первой и второй закусил и снова в бой. Открываем. Слушайте, так нравится вот эта вот такая прикольная открывашечка. Оригинальная, скажем так. Что там? One moment, кто-то шкребется. Вот, друг пришел. Это маленький друг. Котик ушел от нас. Дорогие друзья, за вас прекрасно. Слушайте, деревенька, честное слово, не ожидал, что сегодня будет водка, но просто смерз, что холодина такая, ноги все промокли катастрофически. Водянисто, скажем так, в Минске сегодня. Рыхлый снег, ужас, вообще кошмар. Пытаемся согреться. Третья за вас. Очень прекрасный продукт это, ну, слушайте, топ за вас. Слушайте, третья не обжигает. Я просто люблю как бы закусывать. Ну, это просто что-то супер. Саранск. Бо. Пью четвертую за вас. Сомелье, поставьте класс. Дорогие друзья, четвертую налью. Маленечко для сугрю. Слушайте, ну хорошо. Стало так тепленько. Прекрасно. Отражений никакого нету. Есть только небольшая радость. Ну, как бы хотелось бы, чтобы какой-то компания друзей, чтобы что-то еще было красивенько так налито. А так, всем советую, господа, Green. Покупаем 17 копейками рублей. Это на 3-2 в белое поделить по доллару. Это, грубо говоря, ну, 5 долларов. И вот такое. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Пью за вас. Продолжаем этот прекрасный сезон, дорогие друзья. Всем пока.